предоставляю первое слово для доклада нашей великолепной и великой гости Шри Матаджи Нирмалы Деви на тему. And now I give first place in our conference to our great guest, Shri Mataji Nirmala Devi. Самопознание. It's like knowledge from inside. Self-knowledge. Очарована столь августическим собранием, которое мы имеем здесь. Все это благодаря доктору Воронову. I don't know, no, Dr. Воронов. I don't know how he found me. He came to see me. But I was amazed that he's a scientist. Such a great seeker of truth. Я не знаю, как он нашел меня, каким образом получилось, что он встретился со мной, но я знал, что он такой великий искатель истины. Also, I'm so much surprised that scientists are talking of morality is something unusual. Также я очень сильно удивлена, что ученые говорят о морали. Это столь необычно. It's only in Russia we can do that. Только лишь в России люди могут делать это. Because science is amoral. Потому что наука аморальна. And it has nothing to do with spirituality. Ничего не имеет общего с духовностью. It is now this new step I find. People are so advanced that you want to know about spirituality. Сейчас это новый шаг. Я обнаружила, что вы люди столь продвинуты, что вы хотите узнать больше о духовности. Spirituality is meta-science. Духовность – это мета-наука. The morality sense has come now to science and scientific research that they are realizing that there are genies, genes in the human beings which get to mutation. Сейчас мы с удивлением обнаруживаем и открываем, что есть гены, которые склонны к мутации. I had told from Taiwan that there are two genes missing. Я говорила давным-давно, что есть два типа генов особенно, which look after our morality. Которые заботятся о нашей морали. With one gene mutation, we do sin against the mother. С одной мутацией этого гена мы производим грех против матери. Sin against the mother is that you indulge into things which are immoral. Одним грехом
одним из того, из этих грехов является то, что мы грешим против матери. Everything that is self-destructive. Все, что является саморазрушающим. This self-destruction is what we call immorality. Это саморазрушение есть то, что мы называем аморальностью. The second G, human being, is goes into mutation when you do the sin against the Father. Второй ген, который находится в людях, и когда происходит его мутации, это тот ген, когда мы грешим против нашего Отца. Against the Father, the mutation takes place when we are aggressive, violent, we are thieves, or things which are improper in the legal. Мутации этого гена происходит, когда мы агрессивны, когда мы производим какое-то насилие и когда вообще ведем себя несоответствующим образом. These genes get into mutation and when person starts doing all kinds of things. Either he starts destroying himself or starts destroying others. И когда эти гены начинают мутировать, человек прибегает ко всевозможным вещам. Или он начинает разрушать себя, или же он начинает разрушать других. Thank God, they have now reached the state of genes, the medical side. Слава Богу, что мы сейчас дошли до состояния генов медицинской науки. And I'm sure they'll find out these two mutations about genes in human beings. Я надеюсь, что они обнаружат сейчас мутации этих двух генов в людях. Only through traditions of moral life that these can be preserved. Только лишь поддерживая традиции моральной жизни, это может быть сохранено. In the democratic countries, freedom was given, so they went absolutely able. В демократических странах традиции были разрушены, и поэтому они получили полную свободу и пошли как бы в разнос. And these two things have gone into such mutation that people do not even know that they are doing something. И эти гены стали настолько мутировать, что люди даже не понимают, что они делают что-то неверное. In a way, science has shown that beyond limits of science, one can get reaction. Даже наука может показать, что если вы выходите за пределы науки, вы можете получить ответную реакцию. Then there is no limits of production of anything which is scientifically found out. People go on producing things like that. Когда нет разумных границ для производства, которые устанавливает наука, люди продолжают делать все, что не является необходимым, например, атомные бомбы, водородные бомбы и так далее. И тогда это как бы бумерангом бьет. И сейчас есть большой бумеранг, который направлен на то, чтобы остановить производство этих бомб. This aggressiveness started with scientific advancement. Went too far. It dominated so many countries and destroyed so many. Эта агрессивность, которая началась с продвижением с таким науки вперед, она сейчас стала беспокоить в очень многих странах. And
the second part, which is the sin against the mother, where people have now taken drugs, alcohol, womanizing, all kinds of wrong things. Второй разновидностью греха против матери является то, что люди сейчас стали очень сильно прибегать к алкоголю, к наркотикам, к различным порнографическим. In America you cannot talk against homosexuality. В Америке вы все время говорите о гомосексуализме. Because homosexual gave votes for Clinton election. Потому что гомосексуалисты дали голоса Клинтону, и благодаря этому он также выиграл на выборах. And the gates of the reaction now to stop it. Реакция сейчас должна таковой быть, чтобы остановить его. Now with this great reaction, what is happening is that they have now become like I think it's a very big thing they have done. Эта реакция исходит в виде СПИДа, и эти люди, больные СПИДом, они думают, что они являются как бы великомучениками. Because their ego now is hurt. Потому что их эго сейчас повреждается, ему наносится вред. And they do not want to admit that they have done a mistake, that they have got this AIDS disorder. Они не хотят признать, что они совершили ошибки, что они получили эту ужасную болезнь, СПИД. Но кто создает эти гены? И кто их направляет на эту мутацию? Наука пока еще не может дать ответ. Here you see yourself. You see the mechanism. Свет, пожалуйста, приглушите. Пожалуйста, свет на сцене. I can see. Здесь вы видите схему, говорит Шри Мадхава. You see a built-in system within us. Very subtle built-in system within us. Вы видите тонкую встроенную систему в нас, которая внутри нас. You are all scientists here, so you should have an open mind. Вы все ученые здесь, поэтому вы должны иметь открытый ум. Why, whatever I'm telling you today is before you some sort of a hypothesis. То, что я говорю сейчас перед вами, примите это как определенную гипотезу. If it is true, then you have to accept it as honest. И если она окажется правильной, то вы, как честные люди, должны ее принять. Because it is for the benevolence of you. Потому что она направлена на благо для вас, как для индивидуальности. For the benevolence of your country. На благо вашей страны. And benevolence of the whole world. И на благо всего мира. Here you see a triangular hole. Здесь вы видите треугольную косточку. Which is called a sacrum, которая называется сакрум, which Greeks knew was a sacred bone, которую греки знали и называли ее священной косточкой. In this bone lies a power of pure desire. В этой косточке находится энергия чистого желания. All other desires are not pure. Все остальные желания не являются чистыми. Today you want to buy a house, a car, a helicopter, go on buying, and you are satisfied. Сегодня вы хотите купить дом, машину, потом
и вертолет, вы никогда не удовлетворяете своих желаний. According to economics, wants are not satisfied in general. Согласно экономике, потребности в общем неудовлетворимы. So, this is the pure desire. Поэтому это является чистым желанием. You may be aware of it or may not. Вы можете осознавать это или не осознавать это. Now, what is the pure? Теперь, что такое чистое желание? The pure desire is to be the spirit. Чистое желание состоит в том, чтобы быть духом. You are not this body. You are not this body. Вы не это тело, не этот разум. You are not this intellect. You are not these emotions. Вы не этот интеллект, не эти эмоции. You are not this conditioning. No, you are your ego. Вы не эти условности, и вы не есть ваше эго. But you are your spirit. Но вы являетесь чистым духом. In the evolutionary state. В состоянии эволюции you have reached the state which you call as human beings. Вы достигли состояния, которое мы называем состоянием человека. But it's not the end of the journey. Но это не есть конец путешествия. Even in science, you find out something. Then somebody else comes and says, "No, that's not." Then somebody else comes and says, "Даже в науке вы можете найти, что кто-то говорит, что это не так, тогда другой приходит и говорит, что то не так. So we do not know the absolute truth. Так что мы не знаем абсолютной истины. If we had known the absolute truth, there would have been no quarrels, no fights, no wars. Если бы мы знали абсолютную истину, не было бы ссор, не было бы сражений, не было бы войн. I said this is metaphysics. Я сказала, что это метанаука. But was known in my country thousands of years back. Но она была известна в нашей, в моей стране, говорит Мататжи, тысячи лет тому назад. If I have done it, is this that I have brought this knowledge to the masses? Если я сделала что-то, то я принесла эти знания массу. It's nothing great. И в этом нет ничего великого. All right. So all human problems create world problems. Так все человеческие проблемы создают проблемы мировые. And all human problems come from the centers, which are our foundations. И все человеческие проблемы исходят из этих центров, которые являются основой людей. These centers act on the left and on the right. Эти центры действуют или слева, или справа. Like this. The centers. Как показывает Шри Матаджи, вы видите центр. The left side sympathetic and the right side sympathetic are not doing the same work. Левая симпатическая система и правая симпатическая система не делают одну и ту же работу. They do two types. Absolutely different. Они, у них работа двух типов, абсолютно отличная одна от другой. The channels which look after these two are shown here. Каналы, которые заботятся об этих системах, показаны. And in the center is the parasympathetic nervous system. А в центре находится парасимпатическая нервная система. Again I say, it is meta-science. Опять-таки я скажу, что это мета-наука. In the center is the parasympathetic nervous system. В центре лежит парасимпатическая нервная система. I need not tell doctors, they know that when you want to run, you
can increase the beat of the heart. И врачи знают, что если вы хотите бежать быстрее, то должна увеличиться частота сокращения сердца. In emergency, sympathetic acts. В крайних ситуациях действует симпатическая система. But the heart is brought to normal by parasympathetic. Но сердце приводится в норму парасимпатической системой. Now in the brain, as you see on top of the brain, channels go and they from the left side this will be the crossover in the optic chiasma they about that time. Вы видите на схеме, что в области мозга, там где эти два канала пересекаются, в области перекрёста зрительных нервов, они and create a balloon like и они образуют шары, подобные тем, что показаны на рисунке. These balloons are created by the left side, this one, left side activity, and you get your conditions. Эти шары формируются вашей левосторонней деятельностью, и это образует ваши условности. This can be called the psyche, but psyche is ambiguous. Это может быть немножко загадочно звучит для вас. Say a mother is nursing the child. Скажем, мать, ну, заботится о своем ребенке. And the child is very happy. И ребенок очень счастлив. But she turns him around, so he doesn't like it. Ну, если она куда-то его повернет на сторону, ему это уже не будет нравиться, если она отвернется от него. The second line of ego starts. Поэтому вторая сторона эго начинается. Then she scolds him. Don't do like this. Когда она ругает его, говорит, не делай этого. Then the first line of conditioning starts. То тогда первая часть условности начинается. Thus we live either on ego or on conditioning. Поэтому он переходит или на сторону эго, или на сторону условности. You see these beautiful flowers. Мы видим эти прекрасные цветы. But they are miracles, aren't they? Но они являются чудом, не так ли? Who creates these flowers? Кто создал эти цветы? If you ask a doctor who runs your heart, he'll say it is the autonomous nervous system. Если вы спросите врача, что управляет вашим сердцем, он скажет, автономная нервная система. But who is this auto? Но кто этот авто? This they cannot answer. На этот вопрос они не могут ответить. Now this in the divinity, in the triangular bone is your mother. Эта кундалини, которая находится в треугольной косточке, является вашей матерью. Is your individual mother. Она ваша персональная, личная мать. She knows everything about you. Она знает все о вас. She's a doctor. Она также является врачом. And also a psychologist. А также и психологом. And a scientist. И ученым. She thinks she understands. Она думает, она понимает. Above all she loves. И прежде всего, вверх всего, она любит. Every one of you have this power. Каждый из вас обладает этой силой. This power can awaken part six centers above. Это сила, когда она пробуждается, она проходит через шесть выше расположенных центров. These six centers are responsible for your physical, emotional, mental and spiritual. Это эти центры, которые расположены выше, отвечают за ваше физическое, эмоциональное, ментальное, ваше физическое. Физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. Now, how we can deal with one center today in such a short time? Поскольку сегодня очень небольшое время выделено, мы рассмотрим два центра. The center is the second center.
Второй, это второй центр, центр Свадиштана. Which is on the physical side, manifest as our independence. Он на физической стороне представляет арктическое сплетение. Сплетение аорты. You see, I don't know what to do. All right. Only we deal with one today, and you'll be amazed how many diseases can be cured. This one center can be cured. Хорошо, мы сегодня рассмотрим только один этот центр, и вы будете удивлены, как много болезней можно излечить, если привести в норму этот центр. The function of this center, because it moves like this, as you have what it moves and can also contract. It's like a lotus. Этот центр Шри Матаджи показывает, он как лотос, он движется такими кругами, как показала Шри Матаджи. So the function is to look after liver and so pancreas. Так что его функции это следить за печенью, поджелудочной железой, селезенкой, почками и внутренними органами пищеварения. One center. Один лишь центр. Also it has another very important. Также у него еще имеется очень важная роль. Is to convert the fat for the use of the essence. Превращать жир для пользы, да, использовать жир, который имеется в человеке, для энергии и клеток мозга. No. Scientists have not reached that. Ученые пока еще не достигли этого уровня. So, a person who thinks too much. Итак, человек, который думает слишком много. He is futuristic. Он слишком направлен в будущее. He plans. Он планирует. Such a person uses the energy of his brain cells. Этот человек использует энергию своих серых клеток, не так ли? So this center becomes concerned about the supply of the energy. Поэтому этот центр начинает заботиться о том, чтобы поставлять энергию. So all these organs start suffering from starvation. Поэтому все эти органы, которые указала Шри Матаджи, начинают страдать из-за отсутствия питания, из-за голода. First attack is on liver. Первая атака на печень. The function of liver is to deliver the poison from the body into the blood. Первая функция печени это брать яды, которые находятся в человеческом теле, и помещать их в кровь. I'm talking in general. Я говорю вам в общем. Alright. Now what happens that the heat accumulates in the liver? Теперь что происходит, если жар накапливается в печени? Such a person, he starts becoming thin because there is poison in the liver. Такой человек начинает сильно худеть, потому что имеется яд в его печени. He becomes hot-tempered. Он становится очень раздражительным. He develops skin troubles. Он получает кожные болезни. Then this heat can start moving to other organs. А затем этот жар может начать перемещаться и на другие органы. Because other organs are also suffering. И из-за этого и эти органы также начинают страдать. So when it goes to the pancreas, people start suffering from a disease called diabetes. Если это идет на поджелудочную железу, то люди начинают страдать от болезни, которая называется диабет. Diabetes can only happen to people who are futuristic, who sit on the seat, planning. Only they get it. Диабет может произойти только с людьми, которые очень футуристичны, которые очень смотрят будущее, которые сидят и все время что-то планируют. In my country, the farmers take at least 6 spoons of sugar in one cup of water. В моей, cup of tea. В
моей стране люди кладут обычно как минимум 6 ложек сахара в стакан для чая. They don't get diabetes. И они не имеют никакого диабета. Because whatever they earn, they spend and sleep off. Потому что что бы у них не было, они все тратят и они спокойно потом спят. This disease is more in the West. Эти болезни больше на Западе. In the West, people have insurances, all kinds of problems if they even have a small little thing. На Западе уже людей всевозможные должны быть страховки, и они боятся, как бы не повредить и как бы сохранить даже какую-то маленькую незначительную вещь. It's a mad race of insurance. Это просто безумные гонки вот этой страховки. How the other spleen is the most important. Второй орган, который является наиболее важным, также это селезенка. I don't know about Russia, but in the other Western countries, the people sleep very late. Я не знаю, как в России, но в других странах Запада особенно люди сидят очень поздно по вечерам. They have to attend drinking parties, dancing parties, wedding parties. Они должны посещать всевозможные вечеринки по выпивке, по танцам, всевозможные безумные вечеринки. Then they get up very early. Они становятся очень горячими. Somehow or other they dress up hectically and start reading newspapers. Они кое-как должны очень хаотично, быстро одеться и потом взять газету и начать читать ее. Now our spleen is a speedometer. А наша селезенка является спидометром. It creates red blood cells, as you know very well, when there's emergency. Она производит красные кровяные тельца, как вы очень хорошо знаете, в моменты критических ситуаций. But the life is so hectic, and then to read newspaper in the morning, you get such a shock that this poor spleen starts. Но жизнь настолько нервная, настолько задерганная, что человек, когда начинает читать утром газету, получает шок, и у него начинает сплин начинает также хаотично работать. Then they get into the car, and there is a traffic as we had. Затем он садится в машину и попадает в уличное движение, которое мы сейчас имела Шри Матаджи, когда она ехала сюда на эту программу. I'm sorry, I'm late, but we started long time, but there was such a traffic on the way. Я хочу принести свои извинения, но мы выехали давным-давно и смогли еле добраться из-за такого движения, которое тут у вас. So they get upset and go to the office, and the boss starts shouting at. Он расстраивается, затем он приходит в свой офис, и тут на него начинает кричать его хозяин. They are just slaves of the time. Мы все являемся просто рабами времени. Even if somebody is 1 minute late, they shout for 15 minutes. Если даже кто-то на 1 минуту опоздает, то кричать на него будут 15 минут. So, so this poor spleen doesn't know how to cope with this hectic personality. Поэтому эта бедная селезенка не знает даже, как ей кооперировать, сотрудничать с такой нервной личностью. That also become hectic. Он также становится таким же задерганным. And vulnerable to blood cancer. И уязвимой для вот этого рака крови. I must tell you that truthfully that blood cancer has been cured by surgery. Я сказать вам, что это есть на самом деле, что рак крови может быть излечен методами сахаджа-йоги. Without changing blood, without doing anything. Не изменяя, не заменяя кровь, не делая ничего. Now third thing is the kidney. Третий момент – это почки. With this heat, the kidney also coagulates. С этим жаром почки также начинают коагулировать. So you cannot even you cannot pass your urine. Так что вы даже не можете выделять свою мочу. So you go for dialysis. Так что вы идете на диагноз. And die bankrupt. Так что, извините,
Да. Так что вы должны прибегать к диализам. This is a fact. Это факт. Now this can also be very much cured by this Kundalini awakening. Также это может быть очень хорошо излечено путем пробуждения Кундалини. There is no need at all to go in for dialysis. И нет никакой необходимости. Эти, вернее, я не органы пищеварения, а, peristalsis. Видимо, medical term in English, peristalsis. А, есть, То тогда у вас может быть также ухудшаться перистальтика кишечника. And people get constipated. И люди могут получать запор. Some develop terrible constipation at the end of the intestines, large intestine. И некоторые, у некоторых могут получаться совершенно ужасные запоры в конце их толстого кишечника. Apart from that, when this heat rises above, it reaches the heart. Кроме того, когда этот жар начинает подниматься вверх, он начинает воздействовать на сердце. If there is a young boy who is drinking too much, who is playing tennis or something very hard game. Если есть какой-то молодой человек, который или выпивает сильно много, или же играет в теннис и очень сильно себя перенапрягает физически. Who thinks too much. Или который очень думает слишком много. Such a young boy can get heart attack, which is always fatal. Такой молодой человек также может получить сердечный приступ, который может быть также фатальным. Also heart attack. People get it in old age because this heat goes and contracts the heart. Также эти инфаркты люди могут получать и в пожилом возрасте, потому что это жар поднимается и он как бы схватывает сердце. So you get a massive heart attack. Так что вы имеете обширный инфаркт. Not angina. Не ангину. But massive heart attack. Но обширный инфаркт. Then this heat rises even above. Далее этот жар поднимается и того выше. And goes to the brain and constricts some arteries, and you get a concussion of the brain on the left hand side. Этот дальше жара поднимается вверх, может зажимать некоторые аорты, и вы можете даже получить контузии. Головного мозга с левой стороны, где показалось. Left hand, because it crosses over. Говорит Шриматаджи, левая сторона, потому что в этом центре, где показывают сейчас на схеме, они пересекаются эти каналы. And one gets paralysis. И человек получает паралич. On the right hand side. На правой стороне. It's reaction. Это реакция. There are diseases on the left hand side also. Есть также и болезни на левой стороне. Side, your diseases are of a more serious nature. Когда эти болезни проявляются на левой стороне, их природа более серьезная. I don't know how far you will believe me. Я не знаю, насколько вы поверите мне. Left side gives you psychosomatic. Левая сторона дает вам психосоматические болезни. All incurable diseases. Все возможные неизлечимые болезни. Right from muscular diseases. От всевозможных болезней мышечных. Cancers. Рак. Heart. Angina. Ангина сердца. Не знаю точно термина. Madness. Lunacy. Всевозможные виды безумств, расстройства психические. Out of which psychosomatic are these diseases, and lunacy is just somatic.
из которых... И психические болезни, это чистая вот лунатизм. А все же остальные, это являются психосоматическими. Которые исходят от вирусов. Now on the left side is all our past, since our creation. Теперь на нашей левой стороне находится все наше прошлое с момента нашего создания. So there are many dead vegetables. Так что много мертвых растений, which have gone out of the circulation of life, которые вышли из процесса эволюции. Dead animals. Мертвых животных. Dead human beings. Мертвых людей. Now these, like back for tomorrow, will become out of the circulation. Это то, как в скором будущем табак выйдет из циркуляции, из обращения. So when the attention starts moving towards the left, towards the past, or you get a shock when you start feeling sorry for something, then it goes to the left. Когда ваше внимание начинает уходить на левую сторону к вашему прошлому, вы можете получить шок даже, если будете этим заниматься. Россия более левосторонняя, я чувствую это, говорит Шри Матаджи. Because of whatever was the political situation. Из-за того, что какова была политическая ситуация прежде. So one has to be in the center. Поэтому каждому нужно быть в центре. Because if you go to the left, then these viruses catch you. Or some animals will catch you, some micro-animals might catch you, or some human beings who are there. Потому что если вы уйдете на левую сторону, то вами могут завладеть какие-то вирусы, или какие-то микроорганизмы, или какие-то мертвые духи могут овладеть вами. So the possession state. Так что имеет место вот это вот овладение вами. Now with the awakening of the pandemic, your attention is drawn in the center. По мере пробуждения кундалини, ваше внимание начинает направляться в центр. All the religions were created to create a balance. Все религии были созданы для того, чтобы создать баланс, равновесие. Not to go to extremes. А не для того, чтобы уходить в крайности. But why the balance? Because with the balance only you can ascend. Но почему это равновесие? Потому что только лишь обладая этим равновесием вы можете восходить. As I said, these flowers are created. All living earth is dark, all pervading divine. Как я уже вам сказала, эти цветы были созданы, так и вся работа была проделана этой божественной всепроникающей энергии. The Bible is described as the cool breeze of the Holy Ghost. В Библии это написано как прохладный ветерок Святого Духа. In the Quran as Ruh. В Коране это написано как Рух. And also in the Bible. И также на Украине у нас, говорит Шри Матаджи, есть такое движение Рух. Yeah. Вы все слышали. And in Indian philosophy is described as Param Chaitanya. А в индийской философии это описано как Param Chaitanya. Ади Шанкарачарья said, Салилам, Салилам, it's cool. Ади Шанкарачарья сказал, Салилам, Салилам, это очень прохладный. So you have to become one with that. Поэтому вы должны стать едиными с этим. That is the yoga. И это является йогой. Once you are united with us, all pervading power, then you become all power. Когда вы соединитесь с этой всепроникающей силой, вы станете обладать силами. Our thoughts rise and fall, again rise and fall.
наши мысли нарастают и опускаются, и вновь нарастают и опускаются. And we are jumping on the cusp of the thoughts. И мы прыгаем как бы по верхушкам этих мыслей. We cannot be in the present. Мы не можем быть в настоящем. And the reality is in the present. А реальность — это настоящее. So when this kundalini rises over this center on the optic chiasma. Так что когда кундалини поднимается и доходит до этого центра, который находится в перекрестии зрительных нервов, she creates present in you becomes silent, thoughtlessly aware. Она создает в вас настоящее, что является тишиной, что является безмысленным осознанием. You are aware, but thoughtless. Вы осознаете, но безмысленно. So, you jump out of your problems also. Так что вы также выпрыгиваете из своих проблем. If you are standing in the water, you are afraid of the high waves. Если вы стоите в воде, то вы опасаетесь высоких волн. But if you jump out of it, но если вы выпрыгнете из into a boat, you can see that. В лодку, то вы можете смотреть, наблюдать за этими волнами. You can enjoy them. И вы можете наслаждаться ими. But if you learn how to swim, you can jump in and save many. Но если вы знаете, как уметь плавать, то вы можете прыгнуть и спасти также многих. So you become into next stage is doubtlessly aware. Так вы переходите во вторую стадию, что называется безмысленное сознание. You have so many powers potentially in you. They are awakened. Простите, я не точно сказал. Сознание без сомнения. И в вас пробуждается очень много сил. In India, many artists have become world famous. В Индии очень многие художники стали широко известными по всему миру. Many painters have become world famous in Australia. И художники становятся очень известными в Австралии. It is a bliss. Это благословение. Actually, you enter into the kingdom of God. Фактически, вы попадаете в царство Бога. And all the time you feel you are being looked after, guided, protected. И вы все время чувствуете, что о вас заботятся, вас направляют, вас защищают. That is your right. И это ваше право. We call it Sahaja Yoga. Мы называем это Sahaja Yoga. Saha means with, Ja is born. Sahaja означает с, и Ja означает рожденный. Means it is born with. Означает, что это рождено с вами. This right. To be in this yoga union. Это право быть в этой йоге, в этом союзе. Union. В союзе с божественностью, с Богом. So you become divine. Так что и вы становитесь божественными. Automatically you become absolutely moral. Автоматически вы становитесь совершенно моральны. You become righteous. Вы становитесь праведными. You enjoy all your virtues. Вы наслаждаетесь всеми вашими добродетелями. You become your own guide in the light of the spirit. Вы становитесь своим собственным проводником в свете духа. Overnight I've seen people have given up their drugs. Я вижу, как люди совершенно сразу же отказываются от наркотиков. This is the last breakthrough of our evolution. Это последний прорыв нашей эволюции. I am so very thankful to our professor for organizing this beautiful Augustus meeting for me. Я столь благодарна профессору за то, что он организовал это прекрасное августейшее собрание. Can you imagine Christ addressing you people like this? Can you imagine Christ addressing them? Могли бы вы представить во времена Христа, чтобы Христос так обращался к людям? These are modern times. Сейчас современное время. That I have this chance to talk to you.
что я имею этот шанс говорить сейчас с вами. Вы все просветленные люди. А они же распяли его. Christ was a great divine personality. Very great. Христос был великой, очень великой божественной личностью. He didn't understand human beings, I think. Он не понимал людей, я думаю. Because he was so pure. Потому что он был столь чист. What he has said, that if your eye commits a sin, take it out. Что он сказал? Что если ваш глаз совершает грех, то лучше выньте его. If your right hand commits a sin, cut it. Если ваша рука совершает грех, лучше отрежьте ее. In the West, everybody would have been without hands and eyes if that followed him. Если бы на Западе все следовали Христу, то все бы они ходили без глаз и без рук. Then I think Mama Chab thought that Christ has so much, he has said about the men to be that strict, you see, but women he didn't say it. Мохаммед Сахиб думал, почему же Христос говорил так много о мужчинах, чтобы поддерживать свой уровень, а почему же он не так говорил много о женщинах? So he said about women. Так что он начал говорить о женщинах ужасные вещи. It is too much. Это слишком. I just thought that first let them have little light. Я подумала, что вначале лучше нужно дать им немножко света. Now supposing I am obstinate, I have a snake in my hand and I'm standing in the darkness. Предположим, что я имею стою в темноте и у меня в руке имеется змея. But you are adamant and you don't want to. I don't want to listen to you. Но я являюсь настолько какой-то одержимой личностью, что я не хочу слушать других людей. Просто не хочу. You go on telling me there is a snake, I will not leave it till it bites me. Вы мне будете все время говорить, что у тебя в руке змея, а я же не буду этого, не хочу этого слушать, пока змея действительно не укусит меня. But if there is little light, immediately I leave it myself. Но если же есть будет даже маленький свет, то я немедленно выброшу эту змею. That is what I thought. That human beings, if they get little light, they will immediately change. Вот это то, о чем я думала, что если люди будут получат даже немножко света, то немедленно они начнут изменяться. And it has worked. И это просто сработало. I never dreamt that I'll be able to address such people in Russia. Never dreamt. Я даже никогда не мечтала, что я могу обращаться к столь многим людям в России. It is really, thanks to you, Professor, really, such a great honor for me. I don't know what to say. It's really destined, I think, that such divine people should be sitting before me. Это такая большая честь для меня, и благодаря профессору Воровну, что такие божественные люди просто сидят передо мной здесь, в этом зале. In this short lecture, I'm sorry, I can't tell you everything about surgery. Простите, но в такой короткой лекции я не могу вам рассказать всего о Сахаджа-йоге. In English language only, I must have given at least 5,000 lectures. Только лишь на английском языке я должно быть дала не менее 5,000 лекций. But lecture is just a mental acrobat. Но лекции — это всего лишь какая-то ментальная, умственная деятельность. You have to go beyond it. Вы должны выйти выше этого. And achieve a state of enlightenment. И достичь состояния просветления. Enlightenment doesn't mean any brand, like water being. Просветление не будет означать какое-то клеймо, что вы вновь рожденные или еще что-то. Нет. It is an actualization and a becoming. Это актуализация и это становление. It's not just talk. Это не просто разговор. It is also not blind faith. А также это не слепая вера.
This is actually happening. Это действительно происходящее. This happening has to take place. И это происходящее, это действие должно иметь место. For which you don't have to pay. Ради чего вы не должны платить. It is a living process. Это живой процесс. When you put a seed in the mother earth, it sprouts. Когда вы помещаете семя в мать-землю, то оно прорастает. How much does the mother earth take from us? Как много денег мать-земля берет за это с нас? Because it is built in the mother earth to sprout and built in the seed to be sprouted. Потому что это заложено в мать-землю способность проращивать, а также заложено в это семя способность прорастать. It's a living process of spontaneity. Это живой процесс спонтанности. Nobody can explain. Никто не может объяснить его. Why are we on this earth? Почему мы на этой земле? Nobody can say why. When the fetus starts growing, why don't we throw it away? Когда мы не можем спросить, почему маленький зародыш начинает расти, почему мы его почему потом выбрасывание происходит? As all the foreign things have to be thrown away out of the body. Как все, например, чужеродные тела должны быть выброшены из тела. But it is preserved, looked after, till it has to be thrown, it is kept in the body. Но оно сохраняется, за ним поддерживается все до тех пор, пока оно полностью не пройдет весь надлежащий цикл. Who does that? Кто делает это? The other day somebody asked me, why am I on this earth? На днях кто-то спросил меня, почему я на этой земле? I said to become divine and to enter into the kingdom of God. Я сказала, чтобы стать божественным и для того, чтобы войти в Царство Божье. So he said, what will that help me? Но он сказал, чем же это поможет мне? I told him, first you enter, it will not only help you physically, mentally, emotionally, spiritually, but it will help others. Я сказал ему, прежде войдите туда, и это поможет вам не только ментально, физически, эмоционально и духовно, но это также поможет и другим людям. On your fingertips you can feel your centers. На кончиках ваших пальцев вы будете чувствовать ваши центры. On your fingertips you can feel the centers of others. На кончиках ваших пальцев вы будете чувствовать центры других людей. Otherwise, half of the people die only during diagnosis. А иначе половина из людей умирает только лишь благодаря диагнозу, во время диагноза. Only on fingertips you can find out the problem. Только лишь на кончиках, благодаря кончикам пальцев, вы можете найти, в чем проблема с человеком. They talk the language of centers. То есть это разговор центров. You can feel the vibrations of anyone. Вы можете почувствовать вибрации любого человека. Dead, alive, or far away. Или это мертвый человек, или живой, или же он где-то очень далеко. И теперь, если вы знаете, как скорректировать эти центры, то вы можете скорректировать и свои центры, и центры других людей. Because who is the other? Потому что кто такой этот другой? You have become collective now, that means a microcosm has become a macrocosm. Вы становитесь сейчас коллективными, и это означает, что микрокосмос стал макрокосмосом. Yeah. Or a drop has become the sea. Или то, что капля становится океаном, морем. This is your capacity. Это ваша способность. This is your glory. Это ваша слава. This is what you have to have your own. Это то, что вы должны обладать, это ваше собственное. No obligation. И никаких обязательств. It's all love and compassion. Это просто любовь и сострадание. The power is of love. Сила. Of divine love. Любви, божественной любви. Of pure love
without any lust or greed. Чистой любви, без никакой похоти, никакой жадности. We have never used the power of love. Мы никогда, никогда не пользовались силой любви. Now the time has come, and one day I'm sure this Russia will be the leader of the whole world. Сейчас же время пришло, и я уверена, что когда-то Россия станет лидером всего мира. This knowledge is coming, say, from an Indian person or India. Эти знания исходят, скажем, от индийской личности, от индийского человека. But science has come from the West. So it doesn't matter if it is coming from the East, why should people think it's something low? Но наука пришла, например, с Запада, и так, если это исходит из Востока, то почему же люди думают, что это что-то более низкое? All the wise people will realize that they are divine. Все мудрые люди поймут, что они божественны. Of course, it is not meant for idiots and childish. Конечно, это не предназначено для идиотов или же для каких-то ребячливых детей. I find Russians are very wise. Я нахожу, что русские очень мудрые. And very introspective. И весьма интроспективны. First, when I came with my husband, I told my husband that Russia will be the first in spirituality. Когда я впервые приехала сюда со своим мужем, я сказала своему мужу, что Россия будет первой в области духовности. May God bless you all. Да благословит вас всех Бог.